Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. С вами снова Юлия. И сегодня я заканчиваю страницы в моем альбоме. Это последняя, 8-я страница. А также я покажу, как я делала форзацы. Декорировала форзацы. Страница у меня вот с такой вот книжкой. Она вот так открывается. Здесь подразумевается свободное размещение фотографий. Размер здесь идет 16, по-моему, сантиметров. Сейчас точно скажу вам. Да, 16 на 14. То есть вот такая вот тройная книжечка, в которую можно будет разместить в свободном формате фотографии. Также предусмотрен вот такой вот кармашек под тежик. Но это еще не все. Она открывается вот так вот. То есть вот здесь можно разместить фотографии, вот здесь можно разместить фотографии. Но еще она раскрывается и вот так вот. Крепится это все на магниты. Вся эта конструкция закреплена на магниты. И также я сегодня в этом же видео покажу, как делать форзац. Моим заказчикам очень понравились вот такие вот пластиковые кармашки. Они мягкие, довольно-таки глубокие. То есть размер кармашка, глубина его идет 9 сантиметров, ширина идет на 12 сантиметров. То есть здесь можно положить либо часть фотографий, либо какие-то памятные вещицы небольшие. Вот. А также будет карман под остаток фотографий, которые не вошли на страницы альбома. То есть, как бы, ну, запасные. То есть здесь будут подложки еще дополнительные. И вот такой вот карман я покажу, как делать. Конструкция на последнем листе у меня будет довольно-таки интересная. Выкраивать эту конструкцию я буду из цельного листа картона. Схема там представлена, как бы в начале видео. Вы на ней сможете посмотреть точные размеры. То есть вот здесь вот линия загиба у меня идет 2 сантиметра. Этот загиб будет крепиться на основную страницу. То есть вот так вот, видите? То есть вот здесь вот клапан этот. Затем страница, сама вот эта конструкция будет крепиться на магниты. Она будет вот такая поворотная. Выглядите, лицевая часть ее будет вот так. Сверху на нее будет приклеиваться книжка, которая будет состоять из трех разворотов. Дело в том, что размер разворотов получается 14,5 на 18,5 сантиметров, поэтому мне придется вот этот лист стыковать. То есть третий вот этот вот разворот у меня будет стыковочный, но его видно не будет, потому что он будет приклеиваться к основанию вот этого кармана. И плюс к тому, что приклеивать я буду это именно карманом, мало того, что она будет вот так открываться, то здесь вот еще будет дополнительное место под подложку.
Размер форзаца у меня больше, чем страница на сантиметр. То есть по окружности на сантиметр. Здесь у меня 22 сантиметра и здесь у меня 26 сантиметров. Это для того, чтобы перекрыть обложку и чтобы красиво форзац смотрелся на странице. Также мне нужен будет карман. То есть у меня что передний форзац, что задний, они будут одинаковые. То есть вот с таким вот пластиковым карманом и с бумажным карманом под фотографией. Вот он лист второй у меня на второй форзац. И я вырезала из одного листа, у меня получилось два кармана. То есть я их разделила по 10,5 сантиметров. Это лист формата А4. У меня получилось вот 10,5 на 29,5 сантиметров. Я нашла середину 15 сантиметров и отложила в сторону по 22 сантиметра. Но обратите внимание, линии беговки у меня проходят двойные. Для того, чтобы в кармане, чтобы карман можно было поставить несколько подложек, то есть чтобы он не был плоским, а был с небольшим отступом. И вот, значит, я проложила здесь две линии беговки, по низу две линии беговки и с другого бока тоже две линии беговки. Линия беговки, которая проходит вверху, это для того, чтобы просто закрепить карман, ну как бы уплотнение края. Я вырезаю вот так вот крылья. У кармана и загибаю их сначала по первой линии беговки, а затем отгибаю вторую линию. И у меня получается вот такой вот отступ где-то в 3 миллиметра. Точно так же делаю с другой боковинкой. Вот так вот. И по низу у меня тоже проходит две линии. Я их точно так же отгибаю. Затем мне надо будет завернуть вот эту вот сторону. И после того, как я ее загнула, я приклеиваю сразу же отворот у кармана. Соответственно, что у меня карман, край будет более плотный. Несмотря на то, что я все равно сверху буду приклеивать скраповую бумагу, но вот такой загиб, он дает надежную фиксацию для края. Теперь берем лист и вот эти вот клапаны закрепляем с изнаночной стороны.
Форзацы я наполнила подложками под фотографии. Здесь можно будет достаточное количество еще дополнительно фотографий разместить. Здесь в виде книжечки. Так что я думаю, что девочка останется довольна. Вся ее фотосессия поместится прекрасно в альбом. Работа над последним листом и форзацами закончена. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного. С вами была Юлия. До свидания. А продолжение следует.